рад, что ваши наставники, инструктора вам дают достойную оценку, нацелены на результат. К нашему духу, к нашим традициям, нашей истории, я думаю, что мы внесем большой вклад, чтобы у нас в Калмыкии росли и формировались настоящие воины, воины с большой буквы. Во-первых, мне очень понравилось, как инструктора университета подают информацию, как они работают с ребятами. И вербально, и где-то управляют собственным примером. Здесь отмечу высокую вовлеченность инструкторов. Получил обратную связь от своих земляков. Они всем довольны, всем обеспечены. То, что вы делаете здесь, на базе Российского университета спецназа, это важно для всей страны. Огромное спасибо Рамзану Ахмадовичу Кадырову за его вклад, за его непосредственное участие. То, что он этому уделяет очень много внимания. И всей его команде. Это из нашего народного эпоса «Джангар», наше культурное наследие. В этом эпосе описываются подвиги богатырей. Вот, знаете, это частичка Калмыкии. Здесь знаете, что Республика Калмыкия – это ваша братская республика. Вот, и мы идем вместе плечом к плечу. Вам на долгую память. Российский университет спецназа был построен по поручению главы республики, без его помощи, без его внимания. Построить это одно, а потом содержать это другое. Рамзан Ахматович, как воин, военный человек, как патриот нашей страны, всегда нам во всем помогает, всегда рядом с нами, с нашими инструкторами, с нашими бойцами. И он, и наш благотворительный фонд имени Ахмат Ваджи Кадыров всегда во всем нам помогает. А вы сегодня тоже показали хороший пример для коллег, для инструкторов, будущих инструкторов из центра. Это заслуживает глубокого уважения. Спасибо вам. Это мы будем дальше двигаться вместе. Мы братья, мы соседи. Любой помощь, любое содействие от университета мы всегда готовы. Спасибо. Огромное спасибо. Приехали.